В Одинцовском округе продолжается прививочная кампания. В ходе вакцинации применяются современные медицинские препараты – «Флю-М», «Гриппол-Плюс» и «Савигрипп». Они защищают сразу от трех штаммов гриппа. По мнению эпидемиологов, риск заразиться после прививки снижается на 80-90%. Как рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов, с 7 по 29 сентября прививку сделало уже более 63 тысяч жителей округа. В этом году каждому необходимо позаботиться о своем здоровье и здоровье своих родных. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией я призываю наших жителей активнее принимать участие в прививочной кампании, подчеркнул Андрей Иванов.